Здравствуйте, это новости пятницы, и вот основные, но не все темы нашего выпуска. Новое имя и новые планы. Завод химической промышленности набирает обороты. Соответственно, количество рабочих мест может только увеличиться, но никак не уменьшится. Они должны быть беспристрастны и объективны. Следователи отмечают профессиональный праздник. В целом, преступность на территории Клинского района она снижена по многим показателям. Сделал что-то полезное – расскажи. Номинанты премии «Наше Подмосковье» активизируются. Сначала я не задумывалась о том, что это несет какую-то радость именно окружающим. Он ждал своего полета 10 лет. В Клину открылась выставка в честь нашего земляка, космонавта Артюхина. Он уникальный человек, потому что он совмещал в себе строгость какую-то и доброту, улыбки, глаз.